Самый любвевидный, самый худший браконьер. Не гальмуйся, не кирсуй. Милен, алло, давай напишем на него заяву. Добрый ранок. Я люблю тебя. Ёбаный рот. Свою любовь. Блядь. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Итак, а теперь моя новая рубрика на канале. Я только что сейчас купил себе новую сим-карту, но не для того, чтобы вы мне звонили, а для того, чтобы вы отправляли мне посылочки новой почтой. Вы можете отправить мне в посылке абсолютно все, что угодно. И это все я покажу в своей распаковке. Распаковке ваших ёбнутых посылок. Единственное правило – оплачивайте сами эту посылку, потому что вы будете отсылать всякую херню, я хочу, чтобы это была не херня. Это единственное правило. А как мне отправить посылку новой почтой, смотрите в описании. Там будет город, отделение и все, что вам нужно будет. Готово. Едем сейчас купаться. Еще у меня кое-что есть в планах, поэтому я беру вот это вот все. Пока никому не говорю, что это будет, но по ходу дела, а за пивком разберемся. Парикмахер, дядя Толик, постриги меня под нолик, постриги меня под нолик, дорогой. Анечка? Да. Анечка? Почему вы называете ее Анечка, бля? Короче, залетели на озеро, будем сейчас отмываться, буду прям в одежде, потому что, ну, все такое грязное, что... Такой, типа, пошел прогуляться. Нет, вообще, типа, идет, как будто... Опа. Шо? Давай, давай, давай. Нет. Ну хотя бы в... Ты должна раздеваться. В пятом влоге. Дедочка, хотя бы это сделай. Хотя бы в пятом влоге. Давай, это пятый уже. Или шестой, наверное. И нет, давай, ну все ждали, лайкали, там писали. Покажите, что? Покажите. Что? Да все уже подписались на твой ТикТок, который в описании. Давай, 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 уже... Что это за сексуальное давление? Да какое давление? Пожалуйста, потом Чижовой. Алло, она... Милен, давай напишем на него заяву, Милен, алло. Она там собирает целую армию всех, кого изнасиловал. Бля, лучше пускай мозги себе соберет, а не армию. Анонимус попиздил на мостик. Блять, меня аж соски встала, я даже вот так. Ты должна раздеваться. Анечка. Нет. Нет, нет. Ты должна раздеваться. Бля, реально, ну это стрёмно выглядит. Такой, хочу пиво. Отдай мне свое пиво. Какой год? А что поворотом? Тебя будто, блядь, 15-летний дебил. Ой, блядь. Вот, сука. Ой, а зачем так много? Подожди. Там Андрей. Позвоню Милене Чижову. Уже так прохладненько. Надо залезать. А. О, вот так и надо. Да-да-да, залезать надо в воду. А. Без чего? Мы все прячемся. Там мух выходит, тут заходит. Что это за сексуальное на щеке? Я позвоню Милене Чижовой. Анечка! Нет! Анечка! Блядь, сука, забери руки, ну не трогай. Пусти меня, я зараз психану, блядь. Блядь. Ну, Анечка, ну чё? Ну, не лезь, блядь, с такой фоточкой. Это было по пьяни, так не считается. Слушай, по-моему, с Миленой Чижовой такое не прокатило. В тот момент с Мартынькой был, конечно, пиздец. Я много лет молчу, на самом деле у меня, ну, как бы психологическая травма. И... Милена, це було по п'яні, і це не считається. Там був піздець, це даже, ну, в двох словах не описати. Ну, там був піздець. Це був Мартиненко, я правильно понимаю? Да. Ахуєй. Андрій? Андрій Мартиненко. І люди до сих пор просто, он меня избил. Я злой и страшный серый волк. Он меня избил, он меня пинал, блядь, я была вся в синяках. Я в поросятах знаю толк. В ссадинах, он меня кусал, у меня были гематомы. Ситуация, не, ну какая-то... Блок у него очень получился сильная, классный. Что ты выдержал, потому что он такой... А срут меня из... Анечка! Ну не трогай, блин, она... Боже, какой... Мой телеграм-канал просветает и растет.
короче, не думайте, что я какое-то быдло. Просто мне сильно припекло в туалет. У нас с собой бумаги нет. Я хочу где-то просто это сделать и зайти помыться, обмыться и все. Комары еще кусают. Чтобы попа не потела, не кусали, подойдет. Я знаю, что вы там кушаете, поэтому не будем вдаваться в подробности. Не иди сюда, пожалуйста. В смысле? Я присел, сижу. Да не иди сюда! Чего вы тут ходите? Дело за енотом полоскуном, блядь! Это Руслан в маске. Короче, наконец-то анонимус спалился. Смотрите, кусок головы видно, и сразу понятно, кто это такой. Ты-то кто нахуй для такой? Анечка! Боже! Солнышко! Блядь, уйди! Блядь! Это проект «Дом 2». Построй свою любовь. Блядь, больно, сука! О, стакан с пылом! Какие стаканы? Мне яйца дала! Ну, люблю его, люблю. Не, ну а серьезно, серьезно. Что да? Между вами вообще? Между нами? Тает лед? Да, не тает лед. Между нами дом 2. Да я люблю тебя, ёбаный рот. Хорошо, тебе где-нибудь маску. Сука! На самом деле, Анечке нравится анонимус. Да. Поэтому да. Руслан надел маску анонимуса, чтобы... Но она, кажется, спалила, что это Руслан, и все равно... Я перепутала просто. А что, продолжения не будет? Я просто задаюсь на твои, на твои соски и разлежу. Выпьешь ради меня? Да нет, ты что? Не, выпьешь. Она таким возбужденным взглядом смотрит. Ну давай, ну, блядь, ради меня. Нет, это шо? Ты же меня любишь. Это не точно. Давай с анонимусом на брудершафт. Нет. Та чо? Нет. Нет. Я не буду з тобою цілуватися. Та чисто пригубити все. Мені є муж. Та не надо, та не надо цілуватись. Не надо цілуватись, просто отак на брудершафт. А там уже... Блять, вона троє дітей вдома. Залиши ту суку, залиши ту суку. Ой, я вслух? Що происходит? О, оргії в каналі, блять. Я не буду, блять. Красавица держалась до последнего. Пусти, 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 блять, пусти. Когда меня отпустит? Брат, братан, братишка. Когда бля, меня... ты можешь, ой, ты можешь сзади не подходить? Подожди, подожди, а что ты не поприла это, что ли? Кажется, это была заставка сейчас для видео. А ты же не пробовал. Так, а что это такое? А, это моя рука. Все. Наверное. Я хочу тебя... А, желто-синее такси, мало информации... Я хочу тебя, такси, делаешь вибрации. Я тоже сзади подъедаю, блядь. Уже все. Потому что Аня идет ко мне, а он идет к Ане, блядь. И поэтому они вдвоем всегда возле меня. Да, карась. Слушай, я как карась, меня всегда хотят словить. Карась. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Ой. Ага. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Сердце кружит. Смысл? Достай табак, зарубай косяк. Музыка. А, музыка. В табак заливай косяк. Это что, тихо на броне? Самый редкий вид, но самый худший браконьер. Детка, ты модель или подделка? Блять, блять! Андрей, мой телефон! Ты не сумел, но я дико отымел. Все, дико отымел, все. Дурдом пати! Анонимус! Нам со второго берега крещ. Боже мой, боже! Я с собой взял ведро и лопату, не просто так. А я заметил изначально. Хочу, чтобы в мене в садку росла сосонка. Зрозуміло, пане. В смысле?
если мы сейчас поедем сосну выкапывать? Да, вот у этого вот прям. Она вот большая. Там мы маленькую. Вы маленькую сосунку. Да, ты что, Андрей, мы ее не выкопаем? Андрейку, мы не выкопаем ее? Выкопаем. Не переживай. Андрейку. Андрейку? Хвоя. Хвоя у двері. Це до смерті близьких. Там у нього двері посадять. Ні, у дворі. А ми в сусіда посадимо, тому що він спіздив мені рішотку. А, добре. В сусіда добре. А ми у нього телевізор украдемо. Так ніхто тебе не підганяє. Тут тільки одні берези. Ні, якщо чесно, березу я теж би хотів, но... В садку должна быть, а давайте и березу, и сосну. В лесу родилась ее... Березовый сок будет. Посмотри, тут одни березы. Куда мы идем? Ну тут где-то был сосновый лес. Это далеко. Давайте я пробегусь просто. Я с тобой. Куда? Нет, не оставляйте мне сосну. Ага, поворот, поворот не туда. Ладно, хер с ним, давайте начнем с березы. Куда мы пришли? Ага, поворот не туда. Вот сюда. О боже, блядь. А в Библии написано, не вспоминай Бога. Просто так. Блядь, мы наебнулись, сука, два раза. Я вся в блоде такая. Да мы в шлёпках, мы со шлёпок выпадаем, нахуй. Блядь. Надо найти маленькую березку. Да, иду, иду. Скуби-ду-би-ду, я иду. Копать на даче березку. Так, анонимус без маски. Вот есть еще ведро, можно посрать. О, помыв ноги. Давай сделаем в машине. Ты мне в карман. Это сюрприз, мазафака. Анониму, зачем тебе на трусах нож? Не гальмуйся, сникерсуй. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай. Меня. Я. Вот такая я танцую в нем. Ого! Бля, береза в ахере просто. Надо этой, давай. Высовый. Давай тогда я березу возьму. Анонимус набирает земельку березовую. И посадим в моем усадку березку. Березку. Короче, мы решили заехать в магаз. А тут смотрите, Руслан оказывается с кем-то знаком. Холодильничек. Пакован сосисок 2 кило. Огурчики, помидорчики. А что там еще есть? Кошачья. А, и кроме нее больше ничего? Там больше ничего. Давай кошачью хуйню будем на хлеб мазать. Охуенная хуйня. Ай, блин, не забыл, что его же нельзя показывать. За место. Ну, это не важно, я же не сказала, блядь. У меня есть зона комфорта, блядь. Я буду намазать просто переходы, блядь. Так это Андрей тут все, кто там? Что-то не, вы что, я... Да, ругаемся дальше. Да. Чисто, блядь, дом 2. Личное, сверхличное, личное. И то, что вообще нельзя. И то, что нельзя. Личное, сверхличное. Нет, это не личное. Мы с тобой зараз обсуждаем, просто, типа, не наши відносини, але, ну, типа, что зараз между нами происходит. Мы с тобой зараз все обговорим. У нас пока недопонятки, но мы пытаемся решить. Недопонятки, я тебе зараз все обґрунтовую. Да, як біології обґрунтовують. Потому что мы не можем определиться, кто шутит, не ми, кто... Не мы, не мы. Дивись, мы с тобой можем шутить на словах. Мы можем с тобой подъебывать друг друга на словах. Но когда ты заходишь, блядь, в зону комфорта мою, это совсем другое. Блядь, это хуёво. Я тебе зараз дала чітку відповідь. Так, тут, так. Ну, зона комфорта, двусмысленно таке слово, типа. Ну, а что ты, типа, разумеешь под зоной комфорта? За, я тут немножко присяду. Я не буду мешать, я просто помешаю еду. Короче, обсуждаем. Не-не, давай с тобой обсудим. Что нам с тобой мешать? Это либо входит, либо выходит. Ну, у вас явно выходит. И не входит. Давайте я буду вашим семейным психологом. Подождите, а что вас волнует вообще? Вы не можете решить, что? Я не люблю, типа, тактильных людей. А он тактильный. На секундочку, у нас последняя ночь, если что. Попозже тоже. Ну, то, блядь, вот, сходим вместе, блядь. Андрей не снимал. Я поставил будильник на 4 минутки раньше. Что ты хотел сделать? Да вообще ничего, мы просто... О, сейчас сделаем. Я уже сделал. Блин, мы настолько голодные, что тут Руслан...
хавает. Я только начинаю хлеб понимать. С кошачьим кормом. Нихуя. Хуя. А что это? Тушенка. А что ты тогда выбросила себе тушенка? Покажи, я ничего не выбрасывал. Ничего не выбрасывал, говорит. Пакетик? Только что кинул, вы видели? Он только что кинул кусок хлеба. Вот. Анонимус, сука. С кошачьим кормом. Мы сказали, что это тушенка. Было ж вкусно. Мяу. Ну да. Они вроде бы морозятся, типа не-не и все такое. На самом деле у них тут разборки всякие там. Дом 2. Дом 2, да. Чехол для кровати. Чувак, у кровати я считаю, что он Бэтмен. Потому что я Бэтмен. Это не моя наволочка, вообще это не моя, нихуя. Нихуя ты ворот. У чувака так звучит, ну вроде бы с луны въебал. Это я Лунтик, блядь. Я родился. Блядь, откуда эта хуйня тут опять, посмотри. Блять. С добрым утром. Добрый ранок. Там и снедано. Собаки поразрывали мусор, порастягивали все, попиздили еду. Я утром слышу, вы орете что-то. Собака, держи собаку, она вкрала еду якусь там, что-то сосиску. Короче, посмотрите, что у нас теперь есть. Все. Лифчики. Курить вредно. Какая принцесса! Че ты, блядь, кричишь, сука? О, футболка шиворот на выворот. Я знаю, блядь. Быта будешь. Кефир с утреца прям. Так, а что мы рекламируем? Сладкий стол. Все ребята куда-то делись. И тут начинается ливень. Буду быстро сейчас вот это все убирать, потому что... Блядь. Короче, мы с Анонимусом повыносили все вот эти вот вещи. Для того, чтобы здесь все вот так перекрыть, закрыть. И сейчас начнем шлифовать ошибки прошлого. Первых, наверное, ряда 4-5. Мы учились, как класть кирпич. И видите, как вот, вот так вот получилось. А в конце там просто уровень уже... Уровень бог элита. Был. Элита. Пятый разряд. Вы спросите, почему же мы вдвоем этим занимаемся? А потому что Руслан где-то проебался. Ходят слухи, что он где-то напился и поехал куда-то здесь, в селе, к своей какой-то бывшей. У которой... И правда это или нет? Но это всего лишь ходят слухи. Поэтому мне кажется, что, наверное, стоит... Делать замену, знаете, как в футболе. В следующий раз, возможно, вместо Руслана будет... А кто будет, узнаете в следующий раз. Или пишите в комментарии, или в посте в Инстаграме. Так, начнем. Короче, нужно подрезать здесь вот такие кирпичи, потому что окно здесь планируется быть вот посюда. Проверим, рабочая ли тема. Рубим кирпичи. Ну, на это я понял. Тут-то похуй, оно разберется потом уже, когда надо будет. Главное, чтобы тут самая ебательная работа.